старец лицом молодым. «Парки», — сказал он, — «летим. Мальчики, время пришло. Дьявольски нам повезло». В 7:49 утра все было так, как вчера. «Точка», — вздохнул офицер. Чистенько вышли на цель. В 8:12 утра сказано было «пора». В 8:15 над миром, взлетев, взвыл торжествующий дымный кубок. Солнце зажмурилось, похолодев. Вздрогнули оба, и Боинг, и Бог. Штурман воскликнул: «Ой, как красиво!» В эту секунду в расплавленной мгле рухнули все представления о зле. Люди узнали, что на земле есть Хиросима. И нет Хиросимы. Спасибо.